воздухе самолет Ил-18. На его борту женский экипаж Аэрофлота во главе с героем социалистического труда Любовью Улановой. Второй пилот – Валентина Слободская. Штурман – Галина Козырь. Борт-инженер – Валерия Попова. Борт-радист – Ольга Петрова. Обладательницы ряда высших авиационных достижений, отважные летчицы идут на побитие нового мирового рекорда. Самолетом поддерживается постоянная радиосвязь. Заходите по посадочной 196. 28 километров. Рекордный полет успешно завершен. В течение 2 недель, трижды поднимаясь в воздух, Любовь Уланова и ее подруги установили на серийном самолете Ил-18 3 мировых рекорда для этого класса машин. По высоте, скорости и дальности полета.